новые люди приходят к Иисусу Христу. Грешник оставляет свой грешный путь и обращается к Богу, исповедует своими устами Иисуса Христа Господом и Спасителем. Во время звучания этого псалма, пожалуйста, пожалуйста, если что-то, какие-то мысли будут тебя держать, иди на это место. Иди на это место. Сегодня день спасения. Сегодня совершилось то, что Бог привел тебя к покаянию, имея это богатство благости, кротости и долготерпения. Это все было ради этого момента, ради покаяния. Пусть Бог тебя обильно благословит. Синя більше мав, лиш тільки Божий Син на хресті вмирав, і наші всі гріхи Він взяв. Сьогодні вільний ти. Пустота і серед мільйонів зірок одна чомусь така сумна душа, що не знайшла Христа. Без тебе я пропадаю і згасаю, о Боже, я тебе благаю, нехай твоя, батьку, рука в житті веде й не відпускає, о Боже, я тебе благаю, кожна мить життя прожита без тебе, мій Бог, пуста, і змісту вже нема. Життя втрачає майбуття. Коли б не кров твоя, то не жила б надія моя. І знов втрачало все життя. Мій Бог, коли б не кров твоя, я тебе благаю, нехай твоя батьку рука в житті веде й не відпускає, о Боже, я тебе благаю.
богатство благости, кротости и долготерпения. Господнего, ради этого момента, ради покаяния, пожалуйста, если ты еще думаешь, если ты сомневаешься, иди на это место. Во имя Иисуса Христа, чтобы примириться с Ним. Дорогие друзья, мы вас приветствуем. Богатство благости и кротости, и Божьего долготерпения, которое вело вас всю жизнь Божию, всю вашу жизнь, это ради этого момента, ради покаяния. Как вас зовут? Аня. Карина. Вас. Наташа. Давайте мы сейчас с вами помолимся. Я помогу вам. Мы будем молиться вместе. Вы будете повторять за мной. Хорошо? Слово Божие говорит, что когда мы исповедуем Иисуса Христа своим Господом, Спасителем, мы исповедуем это своими устами. Нужно устами исповедовать Его власть в своей жизни. Хорошо? Устами исповедовать свои грехи. Святой Всемогущий Бог, прихожу к Тебе во имя Иисуса Христа. Каюсь во всех моих грехах. Хочу их оставить прямо сейчас. У Твоего креста. У подножья Твоих ног. Оставить то, что мне мешало жить. То, что меня тяготило. И хочу призвать Тебя. Твое имя, Твою святость в мою жизнь. Великий и всемогущий Бог, будь моим пастором, веди меня в жизни и все устрояй. Аминь. Дорогая церковь, давайте мы помолимся. Давайте мы помолимся вместе, помолимся с ликованием вместе с ангелами Господа, которые радуются, имеют эту радость. Имеет эту радость о покаянии. Святой Всемогущий Бог, мы Тебя славим, благодарим. Спасибо Тебе за эти сердца, за эти души. Господи Иисус, Боже, мы, каждый из нас, мы свидетельствуем, Боже Господь, что Твоя благость и Твое долготерпение, Твоя кротость вела, Господь, нас в покаянии всю жизнь, Боже, Господи. Только когда мы слышали Твое Слово, мы поняли, что это Ты нас хранил, что это Ты устроял в жизни, Господи, чтобы мы услышали Евангелие, услышали имя Твое и могли примириться с Тобой, Творец неба и земли. Боже, мы как церковь просим Тебя, благослови наших сестер. Господи, пусть Твоя благость, Твоя святая любовь поведет их по жизни. Открывайся им, Боже, Господи. Открывайся им силою Святого Духа. Боже, благослови, Господи, чтобы жизнь Евангелие наполняло их сердца, Господи, чтобы они в Тебе, во Христе Иисусе, имели эту новую жизнь, новые дни, новое здоровье, новые пути. Господи, все в Тебе, во имя Иисуса Христа. Хвала Тебе. Аминь. Пусть Бог вас обильно благословит. Мы вас поздравляем. Пройдите, пожалуйста, сюда.